На четвертом.
Опасно. Пас в центр. Будет удар. Удар. Гол! Первый гол нашей команды во втором дивизионе. В этом первенстве забивает наш полузащитник Илья Молтининов. Девятый номер. А прострел делал, если я не ошибаюсь, Александр Шкуратов. Единственный нападающий сегодня Илья Молтининов, номер 9, именно вот сейчас с мячом на правом фланге. И отдает передачу на Жижина. Жижин уже в штрафной, навес. И здесь можно было бы Котову завершать, но очень высоко. Подача сильная от Жижина. Поднимает он руку, извиняется перед Котовым, перед нашим капитаном. Уже, конечно, не такой, как и Томи, хотя Тойм считалось аутсайдером по финансам в премьер-лиге. Ну, там денег было побольше. Да, пас на вес стороны Молтининова набегал там Сергей Гранжа. Ну а что Молтининов? Только что был сзади! Удар по воротам! А здесь может быть опасный Илья Молтининов, но удар головой проходит в метре от штанги. Сережа, на еще вперед на Рому. Это Косинчук, а мы знаем, он может один обвести пятерых, шестерых. Вот первый пошел. Навес хороший, но забивает же! Что такое? Владислав Сарвели. Нет, это был не он, это был Илья Молтининов. Бил фактически с линии вратарской, не хватило совсем немного.